Ответ Уфимцев. Гол. Верхний угол. Как то. Мобилиста. Бурдасов располагался и все равно сумел. Но времени этого матча. А вот, посмотри, здорово сыграл Росейкин и забрасывает шайбу автомобилиста в меньшинстве только в этом моменте. Отмечаем здесь действия Максима Росейкина. Исправился он за первый. Ну, будут, по сути, момент теперь оценивать. А вот момент еще один, и здесь уже правильный. Гол забивает Салават, причем все три нападающих. Ее на пустой угол уже Ткачеву, которому не оставалось. Росейкин. Наброс от Трямкина. Где шайба? Гол! Ой-ой-ой! Не увидел. Ков. От Обидина, да? Под Бурдасов, Ларсен, Кемпайна, Нумрак. Бурдасов бросает гол. Учился чумовой и точный. Ну и здесь не видно. 16 секунд, даже не 18. 16...